О нем и его жизненном и творческом пути издано более 10 книг разными авторами. И вот в свет выходит еще одна. В Краснодарском музыкальном театре представили новую книгу известного театроведа, балетного критика, доктора искусствоведения Александра Колесникова «Юрий Григорович. Путь русского хореографа». Каждое издание об известном хореографе – это целый мир, который создал своими руками Юрий Григорович. И в то же время каждая новая книга по-своему уникальна. Уникальность, видимо, ее в том, что сам Григорович, участвуя в создании этой книги, передавал в нее абсолютно уникальные фотографии. Он лично надиктовывал монологи, какие-то и писал, и свои воспоминания, которые также вошли как прямая речь, как один из уровней этого повествования. Вот если все вместе это, так сказать, сложить, то я думаю, вот в этом и есть специфика этой книги. Это второе дополненное издание книги под авторством Александра Колесникова, посвященной творчеству великого русского хореографа. Первое увидело свет 10 лет назад. Образ выдающегося мастера танца раскрывается в его монологах о балете и педагогике, в анализе творческого пути Юрия Григоровича, а также в воспоминаниях коллег по Мариинскому и Большому театрам, композиторов, художников и других деятелей мирового искусства. В книге собрано более 700 фотографий, сделанных в разное время и в разных странах. Они отражают сценические сочинения маэстро, репетиции в театрах, круг профессионального и личного общения, участие в глобальном художественном процессе. К новым материалам относится подробная хронология его легендарной жизни и творчества. Одним словом, эта книга станет настоящим кладом для любого ценителя русского искусства.